сейчас я нахожусь в People's Park в Титане. Вот Титан. И вот там вот, возле входа, сидит старенькая бабушка и продает какие-то сладости. Я хочу у нее спросить, если я у нее все это куплю, пойдет ли она домой? А у вас там сколько? 10 штук осталось? А это вот в общем все 10 штук, да? 4 А, здесь 10 штук. А, 10. А вы сидите целый день здесь? Да. Целый день сидите? Я всегда 5-6 часов здесь. Вы устаете? Если у вас сейчас я это, вот эти 10 штук куплю, вы домой пойдете? Да. Домой пойдете? Вот эти 10 штук. Давайте тогда я возьму. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук, да? 10 штук. Ты узбек? Нет, я не узбек, я русский, бурят, татар там. Похоже, да, на узбечку? Да. Возьмите 1000 рублей. Спасибо. Это вы домой только идите, я только ради этого взяла, да, чтобы вы домой пошли. А я сама не ем такое сильно. Да. Почему покупаете? А? Почему покупаете, если не берете? А просто я хочу вам сделать добро, чтобы вы домой пошли. Спасибо. Все. Все. Я купила у этой женщины вот эти, я не знаю, что это, но я просто купила для того, чтобы она пошла домой. Давайте всегда делать так, поддерживать бизнес наших бабушек, которые стоят на улице, да, мерзнут, хотя ей не разрешают в этом Титане стоять, и она тихонечко-тихонечко продает, и все, давайте делать добро.